Привет, привет, ребятки! Сегодня мы продолжим играть в хищные машины против полицейских или Car Race Car, третья часть. Нам осталось совсем-совсем немножечко до финиша, и сегодня я решил поиграть за Берсикера. Кстати, светится вон дополнительная миссия, которую в прошлом видео я провалил. Надеюсь, в этот раз я ее не провалю. Погнали скорее на нее. Так, мы тебя освободим, друг-дружок, с буром. Так, крутим спин. Две бомбочки плюс 15% к энергии, но энергии это неплохо. Давай, Берсикер, вся надежда на тебя. Танкоминатор в прошлый раз не справился, думаю, что у тебя все получится. Ой, поехали, ускоряемся. Где там? Вот он наш друг. Сверлим активно. Ой-ой-ой, слишком я сильно улетел. Ладно, острые зубы самое то, что нам нужно. Где? Мы же его обогнали, он должен где-то здесь ехать. Да, вот он. Зря я так сильно остановился. Стоп, Берсикер, подожди, ну куда ж ты так разгоняешься? Чуть-чуть осталось, и жизни у меня чуть-чуть, но я справился. Да, Берсикер супер-пупер молодец. Мы освободили друга по имени Дриллер. Пойдемте во френдопедию и получим за него бонус. 1600 кристалликов за то, что мы освободили Дриллера, и осталось всего лишь нам освободить трех друзей из френдопедии, и все наши хищные машинки будут на свободе. Так, ну а мы с вами пойдемте на 34 уровень. Я взял кластерную бомбу вместо уменьшительной, чтобы легче было заработать полицейские жетоны. Надеюсь, что все эти уровни, нам нужно их, напомню, пройти каждый по 3 жетона. Надеюсь, у нас все это получится. Так, хороший бонус мы забираем. И готовы к схватке. Так, сразу догоняем розовенький автобус. Отлично. Вернусь за кристалликами. И можно ехать дальше. Берсикер немножко такой, так сказать, не очень... Вернее, даже поворотливый чересчур. Я хотел сказать неповоротливый, но он чересчур поворотливый. Но и громит он отлично. Мы сразу же заработали практически на начале уровня первый жетончик. Это хорошо. Возьмем броню. Покувыркаемся. Так, вертолет, мы тебя знаем. Оп, танк. Справились с танком. Едем назад. Кто видел, как машины хищные едут назад, посмотрите. Так, ну половина жизни у нас уже нет. Это значит, что нужно аккуратненько очень ехать до следующей брони. Танк вместе со своим другом военной машинкой нас немножко, так сказать, потрепали. О, стой, грузовичок, еще один танк. Грузовичок, ты нам нужен, нам нужны жетоны. А еще нам нужна броня, которую мы хорошо взяли. Желтый не догнали, зато догнали голубенький грузовичок. Ловите бомбу! А там у нас шипы, на которые нам не надо. Еще и коптера вызвали, ну спасибо. Ладно, я думаю, что мы справимся. Тем более, что уже 2 жетончика есть. Броню отлично взяли. Едем в далекие края. Громим мы военных машин. Но тратится броня. Брони у нас мало. Я песенку запел. Главное, чтобы до следующей брони доехать. Так, эй, автобус, мы тебя догоним. Ай, танки. Нет, 2 танка разгромили нашего Берсикера. Придется смотреть видео. Возрождаемся. До финиша еще целая треть. Уровень сложный, а нам еще нужно добрать 3-й жетончик.
третий жетончик, и мы его доберем. Ай, жалко только броню. Нам нужна броня, стоп. Мы сейчас назад... Нет, отстаньте. Громим танк, отстань танк. Да, в принципе, главное добраться до финиша, а там одну броню мы уже соберем. Как мы от снарядов почти уворачивались хорошо до поры до времени от вертолета. Так, отлично, мы взяли, собрали все три полицейских жетона. Эта битва была достаточно интересной и интригующей, но мы справились, ребятки. Давайте посмотрим, аж почти больше 5000 кристалликов с учетом бонуса, и можно спокойно ехать дальше. Так, отлично, у нас появилась еще одна дополнительная миссия. Наверное, я сразу же на нее пойду, потому что... хочется освободить всех друзей до того, как мы пройдем последнего босса. Погнали на дополнительный уровень. Так, будем освобождать друга с двумя циркулярными пилами. Кстати, ребятки, заглядывайте на мой второй канал Игрулис по пули, ну и на третий канал GI Games. Везде интересные игры. На игру Экспопули, допустим, сегодня вышло интересное видео про Roblox. Заходите, буду рад видеть вас в гостях. Так, ну, Берсикер, у тебя уже сегодня получилось. Сегодня, я думаю... сейчас должен справиться еще раз. Главное... быть собранным. И броню... беречь, и энергию беречь. Отлично, как справились. Благодаря бомбочке мы достаточно быстро освободили друга с именем Пила. Пойдемте в френдопедию, получим за него бонус. 2000 аж кристалликов, итого у нас почти уже 20 тысяч кристалликов. Это здорово. Это значит, что, наверное, с боссом у нас будет сражаться танкоминатор, и его мы сможем улучшить по максимуму. Ну а пока пойдемте на 35 уровень, нам нужно еще 3 жетончика. Копы сделают все, чтобы вас поймать. Вы каждый раз об этом пишете, и они каждый раз это делают, но мы с ними справляемся. Ух ты, если мы пройдем этот уровень, мы получим большой бонус по кристалликам. А если с учетом еще 3 жетонов, то вообще очень много. Ладно, сосредоточимся. Все-таки уровень повыше, значит, он будет посложнее. Значит, урона будет больше у врагов, у копов и военных машин. Так, уже вон танк. Тихо, машинка, нам тебя нужно догнать и скушать. Отлично. Чуть не свалился вниз. Но мне пока сегодня везет. Бывает... Ой! Главное, чтобы себя не сглазить. Наэлектризовали, а я тут еще на пиле остановился. Бывают дни, когда мне не везет, и я проигрываю очень часто, но пока, мне кажется, все началось достаточно интересно. Но я, опять же, могу себя сглазить. Так, все, берем броню, меня опять наэлектризовали. Но хорошо, хоть удалось взять эту броню. Так, отлично, еще чуть-чуть, и первый жетончик у нас в кармане. Ай, вертолет, отстань. Мы гореть не хотим, а нас заставят. Тут столько танков, всяких врагов. Ай, нет. Меня подожгли. Ну правда, сам себя сглазил. Ладно, срочно лечу до брони. Срочно. Главное, чтобы ее не перелететь. Вон она, родимая. Отлично, взяли. И едем дальше. Правда, танк пропустил, но я... Ага, он сам меня догнал. О, еще полиция. Отлично, идите сюда. Мы вас пощелкаем. И почти заработали второй жетон. Так, еще немножко, еще чуть-чуть. И третий жетон заработаем. Главное... Да что такое? Берсикер. Не надо выкаблучиваться. Так, нет. Свалился на шипы, придется смотреть видео, жалко. Восстанавливаемся. У нас впереди еще 2 жетона. Ой, 1 жетон, 2 жетона у нас есть.
Еще один жетон. И тут еще всякие ловушки, которые нам нужно обязательно пройти. Отлично, выбрались. А нет, ну как же? Ну все. Везение мое закончилось, ребятки. И придется этот 35 уровень начинать сначала. Так, давайте покрутим, повертим, посмотрим, что нам тут выпадет. Одна бомбочка и 25% к энергии. Неплохо. Будем больше летать. Хотя, если сильно чересчур летать, то можно и жетончики не собрать. Так, танк. Здравствуй, другая машинка. Да, половина жизни они у меня уже забрали. Тихо. Не сталкивайте нас на шипы. Сталкивайте нас на броню. Так, что-то я теряю управление над берсикером. Броня. Моя броня родная. Только взял, уже ее трачу. Так, вертолет, отстань. Я лежу, напляжу, ни на кого не гляжу. Сбрасывай. Хорошо, что хоть сейчас не накидывается куча танков на меня и полицейских, и военных, точнее, машин. Есть возможность просто отдохнуть, берсикер, полежать, прийти в себя, сосредоточься. Нам обязательно нужно пройти этот уровень, да не просто, а еще 3 жетона собрать. Так, танки, много танков становится. Когда их чересчур много, становится намного сложнее играть, но интереснее. Так, хорошо, до брони доехали. Полицию опять вызвали. Так, давайте, где вы, полицейские? Отстаньте от меня. Подбросили их бомбами. Размели их клочья. И едем. Что-то перевешивает берсикера пила. И реально он немножко теряет управление. Еще и коптера вызвали. Ну зачем мы туда заехали? Вообще непонятно. Так, коптер, отстань. Нам нужно доехать до брони. Отстань со своими бомбами, пожалуйста. Так, опять эта клеточка, опять, сейчас мы из нее выберемся, выбрались. Главное доехать дальше. И опять вертолет. Так, все, мы лежим. И ждем, пока этот огонь весь перегорит. Вроде перегорел, вертолета не слышно. Едем дальше. Ой, а нам еще целый жетончик собрать. С учетом того, сколько нам осталось, это достаточно сложно. Ну ладно, уже хотя бы проехать до финиша. Так, будем стараться догонять всех. И побеждать. Пол жетончика. Еще вроде бы за нами едет враг, но у нас мало, очень мало брони. Поехали-ка. О, взяли броню. Хорошо, можно уже и подождать кого-нибудь. Кто-нибудь приедет? Уже финиш, а нам нужно еще чуть-чуть. Эх, жалко, никто, наверное, не приедет. А, вот, приехал танк. Еще одного и все. Ну, пожалуйста. Ну, доедьте кто-нибудь. Ну, пожалуйста, приедьте кто-нибудь. Ну... Может, назад покувыркаемся, берсикер? Да вряд ли кто-то приедет. Ладно, поехали на финиш. Придется для того, чтобы дойти до босса, еще проходить какой-нибудь уровень, чтобы один жетончик дособирать. Итак, ребятки, нам, получается, остался один уровень до босса. И даже не один жетончик нам дособирать.
Если мы на этом уровне получим 3 жетончика, то нам нужно будет еще 4. Ясненько, понятненько. Так, что тут у нас звездочкой горит? А у нас горит дополнительная миссия, на которой можно освободить друга. Но давайте закончим сегодняшнее видео на этом. Как говорится, на хорошей ноте. Надеюсь, что у нас получится нашего друга злого какого-то крана с острой булавой освободить. Крутим спин. Энергия на этом дополнительном уровне — это хорошо, броня тоже, но можно было бы и побольше. Так, вот увозят нашего друга крана. Сейчас будем его догонять. Взлетаем, взлетаем. Стараемся. Тихо, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. И мы его легко и просто освободили. Что это у нас за друг? Зовут его Драглайн. Отлично. И можно за него получать бонус. И останется у нас всего лишь один друг. По-моему, его зовут Кетчуп. Ну что, ребятки, вот такое вот сегодня получилось видео. В следующем видео я, наверное, буду играть за Танкоминатора. Улучшим его по максимуму. И надеюсь, получится с первого раза победить босса. Спасибо большое вам за просмотр. Заглядывайте на все мои каналы. Напомню, они называются Find Baby TV, Игрули с Папули и GI Games. До новых встреч, пока-пока!